Послание Отца Абсолюта 3 июля 2024 года. Трудовое воспитание. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу поговорить с вами о трудовом воспитании в коммунах будущего. И касается это не только детей, но и взрослых, которые в мире третьего измерения занимались исключительно умственным трудом. Конечно, моя родная жизнь в коммуне вовсе не подразумевает изнурительной физической работы, но тем не менее на первых порах, чтобы начать жить автономно от нынешней системы власти, многим из вас придется окунуться в незнакомые для вас области знаний, и в первую очередь это касается сельского хозяйства. Выращивание, переработка органических овощей и фруктов становится сейчас главной вашей задачей, поскольку глобалисты постепенно выдавливают с рынков сбыта здоровые продукты питания, заменяя их в буквальном смысле ядовитыми продуктами. Поэтому многим из вас придется осваивать сельскохозяйственные специальности. К счастью, в вашем распоряжении уже имеется немало технологий, облегчающих физический труд, но чтобы ими умело пользоваться, необходимы определенные навыки и умения. Много информации вы можете найти в специальных пособиях по сельскому хозяйству, а также в интернете, и тем не менее только на практике можно научиться воплощать в жизнь задуманное. Если в коммунах не окажется нужных специалистов, которые смогут корректировать вашу работу, то можно пригласить опытных работников извне, оплачивая их труд, как это принято в трехмерном мире. Но в этом случае нужно очень внимательно подходить к подбору таких людей, дабы они не внесли слишком большой диссонанс в созданную вами энергетическую атмосферу, тем самым разрушив гармоничные отношения между членами коммуны. Вполне возможно, что кто-то из этих людей, оказавшись в энергетическом пространстве высоких вибраций, затем органично вольется в вашу коммуну, а кто-то так и останется приходящим работником. В любом случае, на первых порах вам придется пользоваться уже имеющимися в вашем распоряжении знаниями, технологиями, орудиями труда, рабочими руками, в ожидании того момента, когда появятся новые передовые технологии пятого измерения, как сокрытые доселе глобалистами, так и те, которые передадут вам ваши галактические братья. И это вполне нормально и приемлемо в период постепенного перехода из третьего измерения в пятое. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерный Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.